Показательным жестом со стороны Ким Чен Ына стала сегодняшняя встреча с президентом Южной Кореи. Впервые хозяин КНДР лично прибыл на землю южан и провел в их обществе целый день. Миролюбивые улыбки, теплые рукопожатия, торжественный ужин и многообещающие заявления. И даже не скажешь, что эти лидеры государств готовы воевать друг с другом. Еще недавно пхеньяне грозились уничтожить Сеул, а военные из Южной Кореи транслировали на территорию Северной с помощью громкоговорителей информацию о реальном положении дел в Корее, чтобы ослабить систему пропаганды в КНДР. И этим очень раздражали пхеньян. Но вот сегодня все по-другому. Ким и Мун даже договорились подписать мирный договор. До сих пор с момента окончания Корейской войны на полуострове формально всего лишь перемирие.